Привет, я Лунтик, я снова с вами. Все-таки друзья. Пупсень, не надо ссорить. Приберите за собой. А знаешь, Пупсень, что-то надоело мне здесь. Поесть спокойно не дают. Ага, приберите, не шумите, не топчите. Ведите себя хорошо. Одни упреки и указания. Всем мы мешаем. О! А не уйти ли нам в соседний лес жить, а? Да! Сюда! Привет, малышня! Прощайте, малышня! Мы от вас уходим! В поход? Навсегда! В соседний лес! Ой, о, пригодится! В дороге поиграем! Не скучайте тут без нас! Скатертью дорожка! Ведите себя здесь хорошо! А мы пошли вести себя плохо! Пупсень! Пусть уходят! Наконец-то никто не будет нам мешать! Никто не будет обзываться и делать всякие гадости! И никто не будет топтать мои куличики! Смотри, Пупсень, какая здесь трава густая! Ням-ням! Фу! И жесткая! И вообще, здесь все странное такое! Да ну тебя! Вон, смотри, какая отличная полянка! Пупсень, помоги мне! Спаси меня! Держи! Ой! Да, помнишь, чего они только не вытворяли? А эта песенка их смешная. Мы не такие глупые, чтоб в ерунду играть. Траву мы лучше будем есть, чтоб бабочками стать. И они такие молодцы. Все время вместе, помогают друг другу. Пупсень! Ква! Пупсень! Ой! Пупсень! Ква! Ни слуху о них, ни духу! Не думал, что когда-нибудь это скажу, но парни они неплохие. И вообще, они нам не чужие. А я просто за них очень волнуюсь. И я. Я есть хочу. А у бабы Капы сейчас пироги. И малышня чай пьет. Ой. Там все такое родное. А здесь все чужое. Возвращаемся. Да, они же наши друзья. Кто это? Это мы! Мы вернулись! Пупсень, мы вернулись! Мы по вам соскучились! Как вы? Мы так переживали за вас! Чего это они? А пока нас не было, с ума посходили все! Так малыши и гусеницы поняли, что, несмотря на все разногласия, они все-таки друзья. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Волшебный костюм. Меня будут звать Зайка Пушистик, а тебя Зайка Ушастик. Симпатичный костюм получился. Сейчас мы и тебе такой же сделаем.
Вот тебе-то мы шили костюм для маскарада, а мне так и не успели. Ничего страшного, будешь без костюма. Ага, здравствуй, Вопсень. Какой у тебя красивый костюм волка. А у тебя какой костюм, Пупсень? А у меня? Вы что, не видите? У меня костюм красной шапочки. Только я его надеть забыл. Пупсень, у меня идея. Стой, здесь мерить будем. Надевай. Ну как? Здорово! Что это вы делаете? Как что? Не видишь, что ли? Костюм меряем. Он не видит. Да, я не вижу. Кузя, ай, как жаль. Пойдем, Пупсень, не будем смеяться над чужим горем. Каким еще горем? А ну, рассказывайте. Разве не печально, что Кузя глупый? Кто глупый? Я глупый? Да объясните же вы, наконец, что это за костюм и почему Кузя должен его видеть? Это костюм леопарда, который Пупсеню одолжил Корней Корнеевич. Он шит из специальной ткани, которую видят только умные. А для глупых эта ткань невидима. Вот ты, Мила, видишь этот костюм? Нет. То есть, да, я вижу. Ну вот, Мила видит, а ты, Кузя, не видишь. Значит... Подождите, подождите. Мне просто солнце в глаза отсвечивало. Я тоже вижу. Ну, конечно, леопард. Правда красивый? Спинка пестрая, глаза золотые. Очень красивый. Пупсень, дай Кузе на маскараде в нем выступить. Это мой костюм. Не будь жадиной, брат. А Кузя даст тебе своего зайку. Дашь, Кузя? Ага. Мила, ты правда видишь мой костюм? Да, конечно. Очень симпатичный. Ух ты! Может, у меня будет самый лучший костюм на маскараде? Я в этом не сомневаюсь. Мила, из тебя получился отличный зайчик. Спасибо. А я как тебе? Ты о чем? Мой костюм леопарда. Я с Пупсенем поменялся. Тебе что, не нравится? Я не вижу никакого костюма. Ты не видишь? Так, с Лунтиком тоже все ясно. А сейчас обратите внимание на Вопсеня и Пупсеня в прекрасных костюмах зайца и волка. Наши костюмы ерунда. Вот скоро придет Кузя в костюме леопарда. Вот это будет сенсация. Ну что ж, с нетерпением ждем Кузю и его леопарда. Да не расстраивайся ты так. Сегодня глупенький, завтра поумнеешь. Посмотри еще раз. Точно не видишь моего костюма? Вообще. Мила, попроси, пожалуйста, Пискаря Ивановича объявить о моем выходе. Ага. А вот и наш Кузя в костюме леопарда. Вам чего? Мой костюм не нравится. Кузя, на тебе нет никакого костюма. Как нет? Вы же сами сделали его для гусениц. Волшебная ткань, золотые глазки. Кузя, никакого костюма для гусениц я не делал. Ха! Значит, вы меня обманули? Гусеницам пришлось вернуть костюм Кузе. А Кузя и Мила поняли, что не надо бояться быть честным, иначе рискуешь стать смешным. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Пародия. Иду я по тропинке и вижу ягоды в ведерке. Представляешь? Только хотел себе взять, появляется Мила и говорит: Пупсень, не трогай ягоды, мне их пчеленок подарил. Ну-ка, покажи еще раз. Я их все сама съем. Ни с кем не поделюсь и лопну. Ой, я не могу. А Лунтика показать можешь? Привет, Пупсень. А что ты тут делаешь? Пупсень, у меня, кажется, есть идея.
чем нам заняться сегодня. Спасите, помогите! Что за наказание? Спокойно живали, никого не трогали! Что? Да как вы смеете? Привет! Привет! Кажется, мы не знакомы. Как тебя зовут? Меня зовут Лунтик. Я упал с Луны. И я. И меня. Лунтик, привет! Привет, Кузя! Познакомься, это Лунтик. Лунтик, говоришь? Что-то ты не похож на Лунтика. Я прыгаю выше всех! А это еще что такое? Я самый смелый! Я самый лучший! Это ты меня изображаешь, что ли? Но это неправда! Я так не говорю! Ты только погляди, какой фасончик! А какая прическа! Завтра сделаю такую же! И я! Хорошо быть бабочкой! Ни у кого нет таких крыльев! Да, мы такие легкие! И воздушные! Что это такое? Не могу удержаться! Я слишком легкая! У меня самая лучшая диета! Ау! Я тоже хочу полетать! Ау! На себя посмотрите! 352, 353. Посмотри, пчеленок, сколько я куличей напекла. Хочешь попробовать? Песок такой вкусный. Мила, ты такая милая. А-а-а, ты съел все украшения. Мила, не плачь. Как вам не стыдно? Ты прямо настоящий артист, Пупсень. Здорово повеселились. А как Лунтик-то поверил? Привет, меня зовут Лунтик. Я упал с Луны. А Мила, видел ее лицо? Ты сколько килограммов травы уже съел? 150. А я 340. Не смотри туда. Почему? Потому что я первый туда посмотрел. А вот и нет, я первый. Но мы не такие толстые. И вообще, это все неправда. Да, это нечестно. Что нечестно? Сначала вы нас показывали, а теперь мы вас. Но мы подумали, это смешно. Над другими смеяться всегда смешно. Ребята, что случилось? О чем спор? Они нас обижают. Да, передразнивают. Ничего подобного, они первые начали. Переоделись и нас изображали. А мы только хотели, чтобы вы тоже увидели себя со стороны. Эх, ребятки, это называется пародия. И это целое искусство – показывать других. Пародия должна быть добрая и к месту. Только тогда она будет смешной. Но это же совсем не смешно! И очень даже обидно! В этом-то и искусство – уметь изображать других так, чтобы никого не обидеть. Паутину я сплету и стихи вам сочиню. Всем было очень весело. Вечер пародий удался на славу. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Привет, Лунтик! Привет, Кузя! Ух ты! Если не ошибаюсь, где-то поблизости готовится пирог. У бабушки с дедой сегодня праздник. А что за праздник? Капочка, помнишь, как мы с тобой познакомились? Конечно, Шершуля. Понятно. А подарок приготовил? Подарок? Нет. А как его готовить? Так и знал, что ты не в курсе. Пойдем, я тебе объясню. Подарок. Первое правило. Подарок должен быть. Для праздника это самое важное. А я думал, самое важное это пирог. Подарок важнее. И что же мы подарим? Правило второе. Лучший подарок это тот, что сделан своими руками. Руками? Смотри, Кузя, я вот как могу. А я вот так умею. Ой, а что это? Ну, не знаю. А у тебя? Не знаю.
О, смотри, бабочки! Ой, здорово! А это дядя Шнюк! Ух ты, похоже на коробку с подарком! Мы это подарим? Нет, нам надо сделать подарок не из рук, а руками. А что мы сделаем? Зависит от того, что найдем. Лунтик, пойдем! Подарок? Нет. Это то, из чего мы его будем делать. А что мы будем делать? Пока не знаю. Правило третье. Если хорошенько постараться, обязательно что-нибудь получится. А хороший подарок получается. Ага. Привет. А что это вы тут сооружаете? Это подарок бабули и дедули. А почему в нем нет дырочек? А зачем в нем дырочки? Чтобы вода не скапливалась. А? Ну вот, совсем другое дело. Привет! А что это вы тут сооружаете? Подарок для бабули и дедули. А! Ой, какой же это подарок! Смотрите, ни одного украшения. По-моему, неплохо получилось. Угу. А что это? Похоже на лейку. Или дуршлаг. О! Хе-хе-хе! Бупси, смотри! А? Это что за ерунда? Да, что за ерунда? У бабы с дедой сегодня праздник, и мы сделали им подарок. Своими руками. Что? Ха-ха-ха! Вот это подарок, Бупси! Ты когда-нибудь видел, чтоб дарили такую ерунду? Ой! Нет, не видел! Это не ерунда, а подарок! Вот и дарите! Хе-хе-хе! Посмотрим, как этому подарку обрадуются! По-моему, украшения лишние. А я бы дырки вообще не делала. Ну, от дырок хоть польза есть. И что же теперь делать? Дарить. Должны же мы их поздравить. Здравствуйте, ребята! Это нам? Какой замечательный светильник! Светильник? Неужели вы его сами сделали? Да, своими руками. Спасибо вам большое, ребята! Заходите, сейчас чай будем пить. Как здорово! Сколько дырочек, а украшений-то сколько? Что-то я не понял. Чё это она так обрадовалась? Не знаю! Может, ей нравится, когда всякую ерунду дарят? Правило последнее и основное. Главное в подарке – внимание. Слушай, Пупсень, ты пирог хочешь? Да, хочу! Тогда давай подарим какую-нибудь ерунду. Ага! Привет, я Лунтик, я снова с вами. Загадки и отгадки. Скукотища! Мне кажется, или сегодня немного штормит. Эй, мальки, как настроение? Ай, пиявка! Эй, я к вам обращалась. Это не пруд, а какое-то болото. Поговорить совершенно не с кем. Скукотища. Кузя, смотри, я под зонтиком. Нет, это парашют. Давай прыгнем. Меня уносит. Я лечу. О, привет. Летчик-испытатель. Попал. Ничего себе, как далеко улетел. Кузя, привет. Здравствуйте, тетя Пиявка. Как погода, как настроение, как водичка? Тепленькая. Стоять! Куда это ты собрался? Как куда? Домой. Да я тебя сама на этой кувшинке доверяю.
Хорошо. Я загадки отгадывать мастер. Загадывайте. 100 одежек и все без застежек. Что это? Легкотня. Это капуста. А вот и нет. Это лук. Так нечестно. Вы жульничаете. Моя загадка, моя и отгадка. Ну скажи, скажи. У лука много одежек? Много. И все без застежек? Все. Ладно, давайте еще загадку. Кузя! Ау! Бабочки, вы Кузю не видели? Видели, видели. Он к пруду полетел. Спасибо. Снова не угадала, это мухомор. Под березой не только подберезовик растет. Какая же вы пиявка хитренькая. Загадывайте еще. Без окон, без дверей, полногорница, букашек. Арбуз и внутри семечки. Скажешь тоже, арбуз. Жучки-древоточцы в дереве. Вот это да, а я и не догадался. Эй, вы куда? Время обедать, угощайся. Ну что, продолжим? Давайте быстрее свою загадку. Вот, придумала. По поляне скачет веселый зеленый. Кто это? Я знаю, я знаю. Это же я, кузнечик Кузя. Нетушки, нетушки. Это зеленый веселый букашек. Кузя, отзовись. Лунтик, я здесь. Что-то засиделся я тут. Лунтик. Кузя. Стойте, а как же я? Никто за мной не играет. Никто в гости не приглашает. А вот такая загадка. Кружком сидят, хором пищат. Это же мы, букашки, букашки. Молодцы, опять угадали. Да-да, пиявка любого заболтает. Обо всем забудешь, кроме загадок. Какая у пиявки фантазия! Какой педагогический талант! А вот моя загадка. В воде сидит, на закат глядит. Это же я, пиявка! Не-а, жаба Клава. Так нечестно! Ты жульничаешь! Чья загадка, того и отгадка! Сбылись мечты пиявки. И в гостях она побывала, и друзей нашла, и наговорилась вдоволь в кругу благодарных слушателей. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Аквапарк. Пупсень, чем бы заняться? Ну, я не знаю. Мы уже всем на свете занимались. Ух ты! А этим мы еще не занимались. Побежали, еще прокатимся. Ага. Пупсень, Пупсень, можно мы тоже покатаемся на вашей горке? Вот еще. Малышне тут не место. Жадины. Да что же мы, хуже Вупсеня с Пупсенем. Давайте построим свою горку. Давайте. Смотри. А малявки сообразительные. Да, но наша горка все равно лучше. Ну-ка, пустите старших прокатиться. Разбежались. Вы нас на свою горку пускали? Я тоже хочу веселиться. А нечего было жадничать. Ничего, посмотрим еще, чья возьмет. Глупые малявки думают, мы не сможем прокатиться на их горке. Что они? Не могли покрепче листик взять? Что за невезение-то какое-то пошло?
Ладно, идем спать. Опять эти хулиганы все разрушили. Они, наверное, сразу вдвоем на горку залезли. Вот листик и не выдержал. Эй, ты зачем мою кепочку бросаешь? А зачем вы сломали нашу горку? Ничего мы не ломали, она сама. Думаете, мы сдадимся? А мы новую горку построим, еще лучше этой. Пойдемте. Так-так-так, кто-то хочет получать удовольствие без нас? Не выйдет. Весельем не делится, у того в жизни никакой радости не будет. Фу, точно. Ребята, вы в порядке? Здесь что, ураган прошел? Нет, эти вредины не дают нам кататься и сломали все наши горки. Потому что вы нас на них не пускали. Хочу кататься. А вы нас тоже на свою горку не пускали. Жадины! Так надо общую горку построить. Общую? А гусеницы опять ее сломают. Что мы, дураки что ли? Это же и наша горка будет. Только чур, по очереди катаемся. Хорошо, пойдемте. И раз, и два. Ребята. Ой. А что это вы здесь делаете? Мы строим водяную горку. Какая интересная идея. Чего? А давайте сделаем не одну, а несколько горок и пригласим всех кататься. Ребята вместе построили настоящий аквапарк, в котором места хватило всем, и гусеницам, и малышам, и даже пиявке. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Секрет пиявки. Сюда? Или лучше сюда? Нет, сюда. Играют, веселятся, меня не зовут. Тепло, очень тепло. Уже почти горячо. Горячо, горячо. Ой, теперь холодно. А, наверное, в цветке. Горячо. В этом? Обожжетесь. Ура! Я нашел! Я вожу! Ой! Простите, не заметил! Конечно! Кто я такая, чтобы меня замечать? Вы же заняты! Вы же играете! А во что вы играете? Здравствуйте! В секреты играем! Надо что-нибудь спрятать, а остальные ищут! Слышала! Как ближе, так кричат горячо! Дальше холодно! Ага! Смотрите, какой мило секрет спрятала! Скучный секрет! Мой секрет хороший! Подумаешь, у меня есть получше. Ой, как интересно. А поиграйте с нами. Мы хотим найти ваш секрет. Один, два, три. Какой у меня секрет? Какой у меня секрет? Какой у меня секрет? Какой? 8, 9, 10. Ну, ищите. О, подождите. А как выглядит секрет? Как выглядит? Ну, он такой круглый и длинный, и белый, и синий, и красный, и зеленый. Какой удивительный секрет! Да-да, секрет превосходный! Ищите скорее! Тепло, нет холодно! Тепло, нет холодно! Нет, тепло, холодно, тепло, нет холодно! Тепло, горячо, холодно, холодно! Холодно, 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 холодно! Что-то здесь не то. Тепло, тепло, теплее. Круглое
длинное. Белое, синее, зеленое. Интересно, что это такое? Ой! Мой секрет, он такой изумительный! Нет у вас никакого секрета. Мы так не играем. Вы нас обманываете. Мы уходим. Так нечестно. Вы просто не умеете искать. У меня есть, есть секрет. Я хочу поиграть. Как красиво. Может, это и есть секрет пиявки? Я не обманываю. Ну, немножко обманываю. Почему вы плачете? А где Мила с Кузей? Ушли! Потому что я вас обманула! Нет у меня секрета! А знаете, я нашел его! Вот он! Прячьте, а я буду искать! Всю игру нам испортила! Высокая, но и низкая, серо-буро-малиновая! Насочиняла. Тепла, тепла, почти горячо, горячо. Лунтик, не верь пиявке. Она выдумала все. Нет, ребята, здесь горячо. Помогайте искать. Да-да, горячо, кипяток. Ой, что это? Ура, нашли! И круглая, и длинная, и всех цветов. Вот это да! Что говорила? Да у меня этих секретов! Тогда давайте их искать. Ну, то есть, а сейчас не моя очередь прятать. Самый главный секрет пиявки в том, что она очень хотела поиграть с кем-нибудь, но совсем этого не умела. Лунтик выручил пиявку, и теперь они с друзьями смогут долго и весело играть вместе, без всякого обмана. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Похититель. Ай, Мила, стой! Ты за мной бегаешь! А? Не стой! Кузя, ты это слышал? Упс! Мила, вот вечно летишь, не видя дороги. За тобой разве кто-то гонится? Кто-то гонится? Это же ты! С тобой в пятнашки играл, бегал и поймал, наконец! Теперь твоя очередь! Давай, догоняй меня! Что это с ним? Я не знаю! Шла себе мирно, а он как выскочит из-за кустов и давай за мной гоняться! А разве вы не в пятнашки играли? Я играла сама по себе, а Пупсин все время мое ведерко запятнать хотел! Странные какие-то игры у него! Они что, теперь втроем везде ходить будут? Так не годится! Нужно придумать, как их разделить! Ого, подарок! Кому это интересно? Лунтику и Кузе. Это нам! Лунтик, постой! Тебе это не кажется подозрительным? Подарок ни с того ни с сего среди бела дня. Это наверняка подстроил. Сами знаете кто. Мила, ты такая подозрительная! Пупсень гнался за тобой, а подарок-то нам. Ого! Ого! Вот здорово! Игрушки! Ну вот, а ты на Пупсине наговаривала. Целая коробка игрушек не похожа на злой розыгрыш. Ой, что это? Лунтик, я сейчас! Помогите! Фу, клей! Ну и кто, по-вашему, подстроил такой липкий розыгрыш, а? Пупсень! Пупсень! Где ты? Ой! Моя паучина
И кто мне объяснит, что здесь произошло? Дядя Шнюк, простите его, пожалуйста. Просто у нас беда. Кое-кто похитил... Не смей! Не смей говорить! Плюшевого зайку Пупсеня! Пупсень, молчи! Плюшевого зайку? Так ты подумал, что это я твою игрушку похитила? Ну, подумал. И что? Все равно это не он. У моего пушка хвостик беленький. Бедный пушок. У кого только рука поднялась. Ну-ну, не расстраивайся. Найдется твой зайка. Конечно, мы все поможем в поиске. Вспомни, где ты видел его в последний раз? Вот здесь, прям под одеялом. И больше я его не видел. Теперь понятно. Знаю я, Пупсень, твоего похитителя. И сдается мне, он все еще в этом доме. Да? И где же он? Найти его не так просто. Но мы постараемся. Поставим все на свои места. И прятаться похитителю будет некуда. Ну погоди же, Фарюга. Вот я все приберу и тебя найду. Ответишь за пушка? Пушок! Я тебя нашел! Да, ты спас его от беспорядка. Я понял, кто был похитителем. Беспорядок! На этом загадочные похищения у гусениц закончились. Ведь с того самого дня они поддерживали в доме чистоту и порядок.